Вот у нас сегодня 30 июля 2018 года. Это поселок Потеряевка. Это наш саманный домик. Так называется он. Вот брат Сергей выезжает. Сегодня он поможет проводить, везти на станцию Владимира Юрьевича Галендухина. Ольгу также, которая приезжала со своим ребенком Левой. Ну и плюс еще один ребенок был ее подругой, Тимофей. Сейчас вот повезет их на станцию. Я вместе с ними как сопровождение тоже поеду. Сейчас вот он выезжает. И в 10 часов, даст Бог, отъедем уже. А можешь не закрывать. Ты же приедешь со мной. Да. Ночью-то никто не ходит. Ребятишки уже там заждались. Уже все вышли. Машина, машина! Ты чё? Вы чё бегаете перед машиной-то? Тимофей! Я с вами уже буду там прощаться, на станции. Чего вы? Под колеса кидаете. Подожди, Лёва. Так, знаете, вот этот вот чемодан. Вот этот первую очередь надо засунуть. Да. Мои вещи. Да, что-то у него. Ну, помните, что-то. Поместите. А, да. Поместите. Какую звезду видишь? Сатурн. Сатурн. Навряд ли ты увидишь. Владимир Юрьевич, вы взяли этот билеты, свидетельство о рождении у вас? Да. Левкин у вас, да? Да. Куда положить? Давай. Мне приятно было с вами познакомиться, побывать. Такой. Накрываем! Область. Накрываем! Все было здорово. Все загрузили. Тихо. Это необычно, это не формальный такой стандарт. Да, нестандартный. Да, я говорю, специфический отпуск, нестандартный. По другому пути пошли. Просто в другом месте тебе никто нигде никогда такое не покажет, не расскажет, не увидишь ничего. Да, да, да. Ну все. А почему так рано едете? Там долго ехать? Ну, и там единственное, после этого элеватора. Алексейская, после элеватора, где там сворачивать? После элеватора, ну, как на асфальт вышел, и смотри сразу первый такой этот асфальтный заворот налево, и все, и прямо на вокзал. Вот, Сергей. После элеватора налево, да? После элеватора ты направо уходишь на асфальтную дорогу. Вот. Ну, как бы она вправо уходит. Она такая уже идет вот так вот. И все, на асфальтную только встанете и ищи в это, ну, не ищи, а первый заворот налево такой прям, ну, как перекресток ты обратно. И все. И прямо на вокзал укрытись.
Все? Обнимашечки! Давай, слушайся маму, мамочку слушайся. Здоровья. Спасибо, моя. Спасибо, моя дорогая, что меня встретила очень хорошо. И вкусно, вкусно накормила. Это никогда не забуду. Давай. Да и ты меня прости, и ты меня прости. Все, давай, Марина. Так, Володя, вам обнимашки нужны? Брат, брат, помолись. Все, давай. Обнимашки. Да нет, это я. Ничего не буду. Я-то буду потом обнимашки. Да, мы же с вами поедем. Ну все, спасибо вам. Давайте. Спасибо этому дому. Все, Потеряевка, молодец. Тихо, тихо, на молитву. Господи, на молитву. Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас, пусть сохрани нас, ангел, да сопутствует нам, Матерь Божья. Моли Бога о нас. Хвала тебе честь, поклонение Отец, Сын, Святой Дух. Ты за нами во сколько приехал? Поезд во сколько? 4.30. 4.30? Лёш, тут до разъезда сколько ехать? До 40. А зачем тебе на разъезд? Ну вот, на поезд. Сколько ехать? Выезжай в 4 утра. 4.30 там поезд. Ну значит где-то... Я к батюшке подъезжаю в 4 часа, ну там в 4.05 мы выезжаем. И успеваем. Ну да, ну да. Там еще постоите, чтобы заранее. Надо через ту эту перейти, да, на ту сторону. Зачем? Там платформа, все. Не-не-не. Не-не, с этой стороны. Садитесь с платформы. Платформа-то. Ты там ни разу не был. Он имеет в виду, как подъезжать туда, он имеет в виду, как подъехать к этой платформе. Подъезжу-то я с этой стороны, и надо будет перейти на. Нет, она с этой стороны. Вот, подъехал, все, на платформу поднялись, все, и стоите, ждете, поезд вот здесь вот приедет. То есть там прям подъезд. Я тебе покажу, брат, я-то был там. Тоже поедет, да? Да, пока, собачка. Все, давай, с Богом. Что, у меня вперед садите, да? Пока! Все, с Богом. Уезжаем. Первый раз. Вы рады за нас, что мы прошли испытания? Давайте сделаем, спросим. Мы прошли испытания, да. Владимир Юрьевич. Мы ожидали ваши надежды? Да, я считаю, что пребывание в Потеряевке для вас было плодотворным. И могу сказать, что испытания вы прошли. Ура! Какую? Слава Богу, ура! Слава Богу! Аллилуйя! О, молодец! Да, вам не отказано. На следующий год это и есть. Это было это значит, самое страшное. Испытания что... прошли, о, да. Некоторым было детям отказано на следующий год. Впереди нас, впереди колесница бежит, как пророк Илья. Хорошо, а нас будут вести, да? Да нет, дядя Леша, домой сам побежал. А у тебя это, промывка есть? Да это запотело. А. Да, спят уже. Время-то уже сколько? 10 часов. Вещи-то все забыли. Что не забыли? Все нет, все взяли. Все взяли. Главное, билеты, чтобы были вместе. Сам главное. Остальное. Почта России. Мы завтра заплатим столько денег за вот эти вещи. А? Если потеряем, столько денег заплатим. Да, вещи это малоценные, да. Так сказать. Сам
самое главное, что мы себя нашли. Да, именно так. Уезжаем с Петелевки. Слава Богу за все. На ладони Божьей крест не пугает зло. На ладони Божьей человеку так тепло. Каждый найдет там место, и малый, и большой. И никому не тесно на ладони чудной той. Это Венера. Слушай, какие песни для Сережи.
у нас? Впереди нас заяц бежит. У вас чистое сердце. Идите. Идите с Богом на свой святой остров. И живите, и молитесь там, как молитесь. Это я о молитве сказал, а не о многоглаголании. Вот что говорил старец. Поняли? Родные мои, это я про молитву сказал, как молиться, не про многоглаголание. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Где просто, там ангелов сосна, а где мудрено, там ни одного. Скажите, а как до станции проехать? Здравствуйте. 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 На станцию как проехать? Вот через переезд. Вы откуда едете? С Потеряевки. Вот выращивайтесь через переезд, вот на станция. Благодарим. Все. Мы проезжали через него. Что-то неправильно показывает. Собак. Песик. Лупый, лупый. Ищи зайца, ищи. Где заяц? Уже время 20 минут первого ночи. Это у нас уже 31 июля, получается, 2018 года. Вот подходит поезд московский. Вот это мы провожаем сейчас на Урал, Свердловская область, город Реж. Это вот Олю Юрьевича, ну и этих отроков наших, Тимофея. Плоховато, сейчас я включу, будет посветлее. Сейчас я включу фонарик. Только мне нельзя туда направлять, на этот поезд. Это выбор сделать строгий. Нет, дядя Володя включу. О, сразу видать их все, вот они. Вот это мы, вот это мы. Ладно, можно начать уже обниматься. Да, давайте. Все. Да. Ой, да все, спасибо. Будете в наших краях. Да. Будете в наших краях, заглядывайте. Все, Владимир Ильич, Бог. Давайте, Мосик. Давай, дорогой. Все, Лёвочка, давай тоже с Богом. И скучать. Давайте. А я не Серёжа, Лёва. Ты уже обнял? Я что-то не буду. Так, Мосик. Ну давайте, обнимайте меня. Обнимайте меня. Приятного познакомиться. Володя? Ладно, обойдемся без этого. Всяких обнимашек. Все, все будет. Да, и вы с Богом оставайтесь здесь. Все, за все спасибо вам. Вас спаси Христос тоже. Так, ребята, все подальше отходите. Лёва, хватай сумки, Лёва. Будь наготове. Бежать быстро? Очень быстро.
России где там пятый? Пятый сейчас. Но они все по порядку идут или нет? Да, кто их знает? Я не знаю, как этот поезд будет. Четвертый, это четвертый, вон. Четвертый, да. Пятый следующий. Вон открывает. Как раз тут светло. Да, хорошо. Доброй ночи. Пятый вагон. Заходите, заходите. Давайте, Владимир Юрьевич. Заходите. Ну все, с Богом. С Богом. Всем поклон там. Пиши. Ладно, найдите сначала меня. Найдем. Все, давайте, пока. Спасибо огромное. Оставайтесь с Богом. Давай, Лёшка, с Богом. Чего нет? Какое место-то они сказали? Купе. Ну да, тут есть купейные места. Наверное, пойди на с той стороны. А что, с двух сторон купе разве? Да нет, с одной вроде. С одной? Сейчас они тоже могут. Нет, не видать их тут. Они, наверное, поди еще в коридоре где-то. Но... пока еще не определились. Ну все, слава Богу, до одного моста написано. Все, аллилуйя.